В день предпринимателя погода верхнеуральцев не особо баловала. Но, несмотря на дождь и сырость, нашлось достаточно желающих от души повеселиться. Праздник по традиции начался с награждения лучших представителей малого и среднего бизнеса. Они получили грамоты главы района, опоры России и Совета предпринимателей. Глава района Сергей Айбулатов отметил, что Верхнеуральск – город с богатыми купеческими традициями. Поэтому нет никаких сомнений, что предпринимательство будет развиваться и дальше. Я от всей души поздравляю предпринимателей с этим прекрасным праздником. Желаю, чтобы бизнес развивался. Желаю, чтобы на каждой улице, в каждом поселке была новая точка роста нашего бизнеса. Это не только торговля, это и новые предприятия, это и развитие промышленности, это и развитие каких-то народных промыслов. Для гостей праздника было предусмотрено много интересного. Работали торговые точки, полевая кухня, детские аттракционы, аквагрим и, конечно же, концертная площадка. Свои выступления верхнеуральцам подарили местные и магнитогорские артисты. Год предприниматели преподносят городу подарок. На этот раз бизнесмены установили в городском саду металлическую конструкцию с исторической справкой о здании городской управы. Наверняка в дальнейшем появится еще не одно подобное сооружение, которое расскажет о старинной архитектуре Верхнеуральска. Праздник продолжался до позднего вечера. Верхнеуральцы отлично провели время и зарядились положительными эмоциями перед рабочей неделей.